блаженство, блаженнейший наш Первосвятитель Отец, Ваше Высокопреосвященство, Преосвященство, уважаемый архитектор этого собора Игорь Иванович, уважаемые государственные общественные деятели на уровне государства и местного самоуправления, дорогие отцы, братья и сестры, сегодня огромная радость для каждого из нас. Уже четвертый день в Одесской митрополии Украинской православной церкви по благословению с участием своего предстоятеля совершает знаменательную дату 1030-летия крещения Киевской Руси. Эти два дня в Одессе, в городе монастыре Спас Преображенского Кафедрального Собора Духовного Сердца города Одессы, десятки тысяч людей молились вместе с предстоятелем Александрийской Православной Церкви, блаженнейшим Феодором Павлом Патриархом и блаженнейшим Ануфрием Митрополитом Киевским и всей Украины, с участием представителей поместных церквей болгарской, молдавской, русской православной церкви и других, которые прибыли сюда для того, чтобы радоваться радостью нашей, молиться о ней в Украине, призывать Божье благословение на народ, который совершает здесь под руководством блаженнейшего митрополита Ануфрия свою церковную миссию, ваше блаженство. Наши сердца расширены, и мы хотели бы вас вести в эти сердца за ту любовь, за ту доброту, которую вы привели из Александрии древней, родине монашества, родине подвижника благочестия, борцов за православие, за единство церковное. Во вашем несемитом вестника православия Востока и всей византийской традиции, которая в вашем лице сегодня была здесь выявлена, когда совершала богослужение в Парисе на греческом, болгарском, молдавском, русском, славянском языках. Это свидетельство о том, что все мы едины, нас объединяет православная вера, и все мы дети, чада Божьи и святые. Мы украсили это торжество, мы явились ангелом, который был вестником, и просили времена, которые наступили для Украинской православной церкви, оставить Александрию древнюю, все величие, все полноту благодати Духа и прибыть на Украину, на Одесскую землю, город Одесса, где мы многие годы трудились в должности, и в замке патриарха Александрийского, и все Африки при патриархе Московском. Когда Сурдинова было принять епископ Сесана за дело сойти на престол, древний престол апостола Марка, разум была совершенная у народа Божия здесь, на Украине, потому что вас знали, с вами молились, у вас много духовных чад, у вас много добрых последователей, вы продолжали делать Григорий Борозды, мэра города Одессы и других. Здесь родилась общество Екатерия, которая подготовила основание греческого государства в 1821 году. Нас связаны другие особые события. Строительство в Греческом соборе 50 лет нашел упокоение герой Византии греческого народа, священномученик патриарх Григорий V, который был повешен 10 апреля 1921 года турками основанными на Арканальном дворе. Но у нас была история Османской Лиги и Татаро-Монгольского перешили, и нас объединяло православие. Мы это ценим. И в наше время, когда живут силы, которые хотят построить нас, построить прежде всего народ Украины,
до национальной здесь проживает более 190 национальностей. И греки, и болгары, и здесь молдаване, румыны, гагаузы, многие другие, вся они живут в мире согласии, вся они исповедуют Бога, веру в Господа Иисуса Христа. И разорвать этот нечеленный тон Христов очень трудно, очень сложно, и прежде очень скудно. Мы переживаем сейчас ваше блаженство, непростой период, когда сила на внешние внутренние враги, как первые пятые сеансы, императоры и все, восстали против Христа и против церкви. Они хотят построить церкви, которые мы они управляли. Но церковь — это не церковь президента или императора, а церковь Христова, того является Господь наш Иисус Христос. А мы Христовы, и потому рады сегодня от того, что мы вместе молились. Мы верим, что Господь посреди нас, Он решит все эти вопросы. Я много раз говорил ваше блаженство, что вы имеете прекрасный титул, судья всей вселенной. Вам подведется рассудить последствия диалога, все вопросы, которые решаются на уровне и государственных и церковных отношений. У нас есть Томас. Мы не желаем другого. Он соответствует нам. И кому Томас давать? Тем, которые другие отцы, которые с нами были нашими небрами. Поэтому сегодня этот собор, это небо преклонилось ко мне, ваше братство. Сегодня особая радость народа Божия. Он не был распят, как другие храмы безбожной властью. Но он тоже пострадал, был в сцене запущения. А теперь увеличим благодати Духа. Я могу бы сегодня смотреть слова апостола Петра в Библии 50-летия. Благодать Духа Святого сошла на землю, и тот, кто призовет имя Господне, и будет сохранять церковное единство, тот спасется. Ваше блаженство. Благословители от лица Священного Синода Украинской Православной Церкви, Православной Общественности города Одессы, от народа Божия, который пришел сюда для того, чтобы участвовать в великом освящении этой национальной святыни нашего народа. Если Болгарии, Гагаузы, Болгарии, сегодня богослужение совершалось на многих родных языках, все они видели славу Божию, преображение. Это прекрасное слово, когда преображается человек. Он становится чище, добрее. И каждый хотел бы преобразить себя, свою душу, свою жизнь. И нам нужно учиться здесь. В этом доме Господне, как преображать себя, как использовать силу, власть для того, чтобы не повредить своему народу винограду Христову. И вы, ваше блаженство, делаете все для того, чтобы сохранить мир, согласие в нашей стране Украины. Мы все граждане Украины, мы любим свою страну, мы трудимся на благо этого народа, мы желаем процветания украинской державы, и чтобы она стала европейским государством, в котором выживали все нации, народности, и чтобы, как апостол Павел говорил во Христе Иисусе, нет ни раба, ни свободного, нет ни украинца, ни русского, ни молдаваны, все вы братья во Христе, все мы чады Божии, всем дано нам обетование, которое мы должны сохранить, пронеся через свою жизнь. Знамя Господа нашего Иисуса Христа, который сказал, потому знают, вы знают меня, пока вы прибудете мои ученики, если будете верить любовь между собой. И одним любви отличает всех православных людей от иного, от остальных людей, которые не знают Христа или знают Его очень мало. И сегодня торжество любви и правды Божьей. Украинская церковь является нашим временем гарантией мира, стабильности. От нее исходит
молитвы, благословения, благодать Духа Святого, которые окрыляют все народы, живущие на территории нашей державы и на территории этой Бессарабской этого края. Ваше блаженство от Мариотопе, примите от нашего духовенца окно глубокую благодарность за то, что вы с нами. Вы оставили пределы своей кафедры древней. Вы прибыли с любовью, вы принесли эту любовь сюда, для того, чтобы сказать народу, что патриарх Александрийский, церковь апостола Марка, с нами. Он поддерживает вашу традицию православного церкви. Он желает мира. Мы счастливы, ваше блаженство, что мы живем с вами в это историческое время, когда у нас есть верный наш настоятель, руководитель, достойный первосвятитель, великий гражданин этой страны, патриот, верный сын украинского народа. Поэтому сегодня торжество на этой благодатной земле является свидетельством, что все пришли сюда для того, чтобы получить мир Божий, поделиться этим миром, наполнить свои сердца, преобразиться, как эта святыня, и начать свою жизнь. Снова листа чистого, через покаяние, через исповедание Господа, для того, чтобы сохранить мир и дружбу. А дружба, она как молитва, не знает расстояния. Я хотел благодарить всех еще, ваше блаженство, все те святители, пастыри, которые прибыли к нам из многих церквей и которые совершили Евхаристию, как едино к одной чаше мы причастились, мы снова приобщились ко Христу для того, чтобы быть вместе. И пусть нас, как говорил апостол, никто не разлучит нас от любви Христовой, ни смерти, ни страданий, ни скорби, ни испытания, потому что воскрес Христос, а мы Христовы. Благословите вам благословение Царицы Небесной, которая верящих раскудов, обличительница. Пусть она поможет через вас, через вашу церковь, сохранить мир и согласие и единство церковное в нашей стране. Благословите народ Божий, который молился сегодня вместе с вами, ваше блаженство, и мы верим, что Господь услышит нашу молитву, потому что сказано, где два или три собрано во имя мое, я посреди, а тут десятки тысяч людей. И пусть это радость неба и солнце благодатное, и сила любви Христовой наполнит эти сердца всех, кто пришел, и кто дома, и кто в горе, и кто на работе. И передайте всем, что мы желаем единства церковного, и чтобы никто не приходил, не увлекал вас по сети мира, по преданиям человечеству. Спасибо, Христос, ваше блаженство. Троня упала, Бога и лета нашим предосвятителям. Спаси, Господи, с праздником, с праздником.